Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 10 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами Эдуард Сунгатуллин. Ну, и я жду вашей реакции. Если какие-то проблемы с трансляцией, пожалуйста, напишите, что нет звука или изображения. Если же все хорошо, то, пожалуйста, поставьте ваши плюсики. Это будет означать, что у нас с вами есть обратная связь. Если же у вас нет возможности ставить ваши плюсики, это просто означает, что вы не авторизованный пользователь, и в этом случае вам лучше, конечно, авторизоваться в личном кабинете, после чего вы сможете писать свои сообщения в чате. Итак, я жду, когда вы отреагируете. Как только будет понятно, что у нас все хорошо, мы начнем наш обзор. Ну, а пока я традиционно по пятницам, как всегда по пятницам, нас с вами поздравляю. Сегодня пятница. Итак, вижу, что все хорошо. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что у нас выходило, как это комментируют участники рынка, как они реагировали на эти события. Итак, сегодня рано утром, в 1:30, должно было быть выступление заместителя главы Резервного банка Австралии Дебеля, но я абсолютно ничего не нашел по этому поводу в новостной ленте Prime. И, посмотрев на котировки австралийского доллара, пришел к выводу, что ничего существенного, видимо, не сказал заместитель главы Резервного банка Австралии, либо его выступление не состоялось, поскольку австралийский доллар торговался очень слабо, торги были вялые, движений практически никаких не было. В 2.05 вышли данные по индексу потребительского доверия GFK по Великобритании, отрицательная зона, минус единичка. А в 2.30 целая обойма данных по инфляции в Токио. В Прайме просто отметили то, что у нас выходило. Итак, смотрим то, что стержневой индекс потребительских цен, Core, так называемый, да, в Японии за апрель минус 0,3 по году, прогноз составлял минус 0,4. Это годовые данные, здесь небольшая положительная динамика, но показатель в отрицательной зоне. Базовый индекс потребительских цен тоже стержневой, но уже в Токио в мае минус 0,5 по году прогнозировался на уровне минус 0,4. Здесь наоборот, отрицательная динамика, еще больше увеличения, снижения. Показатель, повторюсь, минус 0,5, ждали 0,4. Сам индекс потребительских цен Японии за апрель минус 0,3. Это годовые данные. Индекс потребительских цен Японии за апрель, месячные данные, показал рост 0,2%. Это вот небольшой позитивчик. Индекс потребительских цен Токио в мае 0,5% по году. И потребительские цены Токио в мае без изменения, это месячные данные. Это не те данные, которые считает Банк Японии, поэтому это данные правительства. И рынок не очень учитывает эти данные, больше все-таки предпочитает смотреть на тот индекс, который считается Банком Японии. Сегодня состоялась и будет продолжаться встреча стран Большой Семерки. Достаточно важное событие. Было совместное заявление Большой Семерки. Вот в частности говорится, что приоритетом является мировой рост. Речь, конечно же, идет о мировой экономике, я так предполагаю, хотя здесь этого не отмечено. Совместное заявление Большой Семерки говорится, что необходимо совместно реализовать гибкую налоговую бюджетную стратегию. Они подтверждают необходимость тесных консультаций в отношении действий на валютных рынках, подтверждают приверженность рыночному обменному курсу валют, то есть не регулируемый, а именно рыночный курс. Подтверждаем, что не будут устанавливаться целевые обменные курсы валют. Подчеркивают важность воздержаться от конкурентной девальвации валют. Подтверждают, что чрезмерная волатильность и беспорядочные колебания валют могут иметь неблагоприятный эффект для экономики. Понижательные риски для перспектив мировой экономики повысились. Это негатив. Конечно же, мировой рост остается умеренным и неровным. Использование только кредитно-денежной политики не может привести к сильному, устойчивому и сбалансированному росту. Ну, это совершенно однозначно, конечно. Вообще уже существует мнение среди стратегических инвесторов, что впереди нас с вами ожидают не вполне простые времена.
что на подавляющем большинстве фондовых площадок в ближайшее время будет наблюдаться, он уже намечается, достаточно серьезный спад котировок. Поэтому, в принципе, к этому нужно быть, конечно же, готовыми. Другое дело, что валютный рынок, он чуть более устойчив, поскольку у нас торгуются валютные пары. Вот, но в связи с тем, что колебания могут быть серьезные на фондовых площадках, это тоже может привести к повышенной волатильности на наших с вами финансовых инструментах. 15.30 выходят годовые данные по ВВП Соединенных Штатов. Данные за второй квартал, пересмотренные значения. Предыдущее значение было 0,5, ожидают увеличения показателя до 0,9%. Ценовой индекс ВВП должен остаться без изменений. Я так предполагаю, что здесь его назвали как ценовой индекс. Наверное, речь идет о дефляторе. Это мое предположение. Индекс цен расходов на личное потребление по прогнозу должен остаться без изменения. То же самое касается основного индекса расходов на личное потребление. Данные за квартал на уровне 2,1%. Так, далее. В 17.00 индекс потребительского доверия Мичигана был 95,8, ждут 95,4. Если это так, то небольшое снижение на 0,4. Как всегда, в 20.00 отчет компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в Соединенных Штатах. Посмотрим, останется показатель без изменений или опять будет наблюдаться снижение. Но при том, что цены у нас растут и уже подходят к отметке рентабельности, это где-то $55 за баррель, можно сделать предположение, что сокращение уже замедлится, а может быть и вообще сойдет на нет. Ну и в 20.15 ключевое событие сегодняшнего дня. Все ждут выступления Джанет Йеллен, председателя Федеральной резервной системы. Значит, в четверг уже наблюдалось небольшое снижение индекса американского доллара, поскольку инвесторы уже потихонечку начинают фиксировать прибыль перед выступлением председателя ФРС. Поскольку новые данные, которые получают рынки, отражают достаточно противоречивые перспективы экономики Соединенных Штатов. В Прайме пишут, что несмотря на предположение о том, что ФРС может повысить ставки уже в следующем месяце, 14-15 июня, инвесторы будут внимательно следить за комментариями Йеллен в пятницу, когда она выступит в Гарвардском университете и прояснит позицию Центробанка. Так, что еще у нас здесь есть? Ну, здесь комментируются затраты на товары длительного пользования, которые выходили вчера, и отмечается, что данные оказались не очень позитивными, несмотря на то, что мы по показателям как бы видим рост. Если рассмотреть внутреннюю структуру показателя и исключаются там воздушные суда, то получается, что показатель оказался не таким уж оптимистичным, как на это рассчитывали инвесторы. В Прайме пишут, что несмотря на резкий рост общих заказов в целом, отчет довольно слабый, что отражает сокращение капитальных расходов компаний. Это по данным TD Securities. Они расшифровывают, что заказы на товар длительного пользования в апреле выросли на 3,4 по сравнению с предыдущим месяцем, но рост у заказов в апреле повредил большой рост заказов на гражданские воздушные суда, а заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов, которые считаются индикатором инвестиций компаний, упали на 0,8%. Поэтому здесь не все так однозначно. Вот примерно такой у нас с вами новостной фон. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюсик. Мы посмотрим с вами, как ситуация выглядит с технической точки зрения. Итак, я жду, когда вы отреагируете.
вопросов нет. Давайте посмотрим технику, что нам говорит технический анализ. Начнем, как обычно, с нефтяных котировок. Вчера цены на нефть пытались протестировать уровень $50 за баррель. На азиатской сессии они росли, в европейскую сессию им это удалось, тестирование, но затем котировки развернулись, пошли вниз и в целом закрылись ниже цены открытия, поэтому мы и наблюдаем с вами нисходящую свечку с ценой закрытия ниже психологической отметки $50 за баррель. Это нефть марки WTI, нефть марки Brent, та же самая картиночка, то есть тоже посмотреть на внутреннюю структуру, попыточка закрепиться выше 50 оказалось не очень удачно. Екатерина, давайте ваш вопрос, печатайте. Вот. Здесь тоже у нас с вами намечается небольшая коррекция. Цены торгуются на отметке своего среднедельного значения. Ну и вполне возможно будут двигаться к своему среднемесячному значению. Итак, Екатерина, ждем ваш вопрос. Екатерина, мы евро-доллар еще не смотрели. Это первое, а второе я не... Ну, давайте сначала по порядочку пройдем, да, не будем опережать события. Итак, мы посмотрели с вами нефтяные котировки. Цены не преодолели отметку $50 за баррель, мы это с вами констатировали. Теперь смотрим на индекс американского доллара. После достаточно вялых торгов, попытки немножечко укрепиться, как я уже сказал, инвесторы начали фиксировать свои позиции по американскому доллару в преддверии выступления Джанет Йеллен. Цены пошли немножко вниз, и можно сделать предположение, что к моменту выхода достаточно важных данных на следующей неделе, это данные по рынку труда, индекс вернется к своему сбалансированному состоянию. Линия баланса сейчас находится на отметке 94.78, совсем рядышком с отметкой, психологической отметкой 95. Вполне возможно, вот где-то здесь у нас, наверное, цены будут торговаться, если рынок не получит каких-то конкретных сигналов, ну или, давайте скажем так, если он не сам себе что-то не напридумывает относительно акцентов, которые расставит глава Федеральной резервной системы. Вот если реакция будет спокойной, значит, скорее всего, мы увидим примерно на этих же уровнях индекс американского доллара. Если же участники рынка решат, что нас ждет быстрое повышение процентных ставок, индекс может рвануть вверх и, соответственно, наоборот. Если будут разочаровывающие данные, и все поймут, что процесс повышения будет отложен на определенный срок, значит, может быть снижение индекса американского доллара. Это индекс. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляют. И, как всегда, начинаем с триады обратных котировок. Первое в этой триаде – это пара евро-доллар. Вот так у нас с вами выглядит картиночка по евро-баксу. И, Екатерина, теперь слушаем внимательно, какие выводы по среднесрочной консервативной торговой системе мы с вами можем сделать. А именно так и называется наш обзор. Среднесрочный анализ в среднесрочной перспективе. Так вот, картиночка следующая, что тренд нисходящий в фазе отката, и то же самое подтверждает индикатор OSMA. А это означает, что по евро-доллару сейчас лучше не торговать. Находимся вне рынка, сделок не совершаем. Вот весь вывод, который можно сделать на текущий момент. Повторяю, день сегодня не торговый, находимся вне рынка, поскольку нет активной фазы, фазы импульса, которая нам нужна при бычьей или медвежьей доминанте. Здесь доминанта медвежья, но она не ярко выражена, фаза пассивная. Значит, мы находимся, еще раз повторяю, вне рынка. Евро-доллар не торгуется. Идем дальше. Смотрим британский фунт, который стерлингов. Не двинулся вчера британский фунт к своему уровню двойного касания. Пока что этого не состоялось, но если брать формализованно, то картинка у нас с вами следующая. Тренд восходящий в фазе импульса и то же самое подтверждает индикатор OSMA. При этом экстремум
индикатора Momentum выше предыдущего максимума, а это означает, что никаких диверочков у нас с вами нет. У нас все с вами достаточно стандартненько. Направление сделки известно. Это вверх, это покупки. Объем стандартный, мы его не сокращаем. Теперь смотрим внутреннюю структуру. Была волна отлива, и вот теперь у нас с вами есть сигнал осциллятора в покупку, который уже сформировался. Посмотрите, пожалуйста, пересечение уже произошло. То есть у нас хороший сигнал. Но в текущий момент входить уже нельзя, поскольку волатильность возросла. Вот до этой свечки вполне себе можно было пытаться открывать позиции, но последний час нам испортил всю картиночку, и, увы и ах, на текущий момент та красота, которая была по евро-доллару, она, к сожалению, уже смазана, размазана вот этой возросшей текущей волатильностью за последний час. Поэтому либо ждать следующего сигнала, входить, но для этого нужно будет провести, опять же, дневной анализ, посмотреть, какой у нас будет день, будет ли он торговым по британскому фунту и так далее. Вот. Но если кто-то открывался и стоп-лосс позволил, ваш депозит позволил вам открывать позиции, если вы уже в рынке, или чуть позже это будете делать, то, если говорить о целях, то на текущий момент у нас с вами ближняя цель, если цены преодолеют уровень двойного касания, то верхняя граница ценового канала на текущий момент 1.4885. 1.4885 и... линия нашего канала почти вплотную подходит к психологической отметке уровня Fibonacci 61.8 с абсолютным значением 1.4910. Вот эта цель у нас берется в качестве бонусной, рассматривается. Это как бы уже окончательное движение к верхней границе. Какие у вас будут вопросы по британскому фунту? Это тот самый, который у нас с вами стерлингов. А мы с вами идем дальше и смотрим следующую валютную пару. Это австралийский доллар. Тренд нисходящий в фазе отката, а здесь вообще восходящий тренд. А это значит, что по австралийской валюте мы сегодня находимся вне рынка и сделок не совершаем. Выступаем только в качестве сторонних наблюдателей. Закончили анализ нашей с вами троицы обратных котировок. Теперь смотрим прямые котировки. Это тоже большая тройка больших мажоров. Смотрим, как обычно, на пару доллара японская иена. Здесь картиночка следующая. Тренд, восходящий в фазе отката, то же самое подтверждает индикатор OSMA. Увы и ах, ситуация не торговая. По японской иене мы вынуждены тоже сегодня находиться вне рынка. Курим бамбук и сделок не совершаем. То есть не торговая ситуация с точки зрения среднесрочной торговли. Швейцарский франк, если он и делал попытку двигаться к психологической отметке паритета, единичка ровно, то импульс немножечко у нас с вами выдохся, и теперь котировки отыгрывали вниз. В результате этого индикаторы перестали показывать активную фазу импульса, которая была у нас вот здесь с вами, да, посмотрите. У нас один за другим были торговые дни, и только вот диверочек небольшой был на моменту. То теперь у нас уже пассивные фазы и по одному индикатору, и по другому. Это значит, что на текущий момент эта торговая система говорит о том, что на рынке неопределенность, и лучше пока что воздержаться от торговли и в рынок не входить. По этой валютной паре, естественно. Теперь смотрим следующую мажорную валютную пару, это доллар-канадец.
тренд восходящий в фазе отката, здесь вообще нисходящий тренд, индикаторы просто-напросто впрямую друг другу противоречат. Здесь доминанта бычья, здесь медвежья, значит, они взаимно друг друга поглощают, и ни о какой торговле речи быть не может. По канадцу тоже находимся вне рынка. Золото движется вниз и потихонечку, не спеша, ни шатка, ни валка, но тем не менее подбирается к психологической отметке $1200 за тройскую унцию. И на внутренней структуре индикатор потихонечку начинает уже прописываться в зоне перепроданности. Давайте откроем часовой таймфрейм. Вот, к сожалению, нет бокового движения. Если бы сейчас цены пошли в бок, хотя бы ненадолго, хотя бы половина сессии, либо азиатской, либо европейской, цены находились в боковом движении, вот это был бы замечательный момент для попытки открытия позиций на покупку по золоту. Но вполне возможно, что в преддверии выступления Джанет Йеллен цены немножечко притормозят, то есть они будут в течение дня разнонаправленно торговаться, а настоящий импульс как раз может быть, это далеко не факт и не обязательно, что это произойдет уже после того, как глава ФРС расставит свои акценты относительно дальнейших перспектив и траектории повышения процентных ставок американским регулятором. Цель по золоту $1300, это предыдущий максимум, цены делали попытку преодолеть этот уровень, попытка была неудачной. Цены развернулись и практически целую сотню долларов за тройскую унцию уже отыграли вниз. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте по нашим мажорным валютным парам и по золоту. Или же у вас, возможно, будут какие-то пожелания, поскольку у нас еще осталось немножечко времени, пожалуйста, отреагируйте. Если есть пожелания, то мы с вами посмотрим. Так, жду, когда вы отреагируете. Спрашивают, какую цену золота я считаю оптимальной для покупки. Никакой оптимальной цены быть не может по определению. Я уже сказал, да, что самые благоприятные моменты, когда цены будут отталкиваться, вот если бы они здесь оттолкнулись, или, например, здесь оттолкнуться от уровня 38,2, или от психологической отметки $1200 за тройскую унцию, и при этом индикатор будет находиться в зоне перепроданности, вот это оптимальный момент для покупки. А абсолютные значения, они всегда достаточно бессмысленны в текущей ситуации. Еще какие-то вопросы будут? То есть вот в данном случае, в данной конкретной ситуации, это где-то вблизи отметочки 1200. И если индикатор при этом будет в зоне перепроданности, повторюсь. Итак, я вижу, что никаких пожеланий нет. Ну что ж, давайте будем тогда завершать наш обзор. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными, осторожными. Берегите себя. Еще раз нас всех с вами поздравляю. Сегодня пятница. Удачи всем.